Не пойдем сегодня на пляж. Будем смотреть кино, делать коктейли со льдом, купаться в бассейне. Бог мой, как надоели мне эти пляжи, эти пальмы, это море, это солнце. Уехать бы куда-нибудь на север. На Кушку. Броситься бы в снег. И лежать, 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 лежать. Мои девочки уже видеть не могут море. У меня двое, Софья и Дарья. Первая от первого брака, вторая от четвертого. Муж их любит, что вы, как своих. Как я устала от мужчин. Я так устала от романов. Я не знаю, может быть, надо выглядеть как-то похуже, одеваться как-то понекрасивее. Да где достать такую одежду? А как хочется работать. А что, утром откроешь окно в сад? Крикнешь: несите завтрак. Я сегодня иду на работу. Потом выйдешь из дома, сядешь в машину, поедешь. На работе хорошо. Все работают. Весело. Я бы работала даром, честное слово. А где найдешь такую работу, всюду платят. А тут еще у младшенькой аллергия на ананасы. Наш профессор говорит, все пройдет, когда пройдут ананасы. Странно, как это ананасы могут пройти. Домработницу не могу видеть. Я не могу ее видеть, не могу. И зовут Муза. Честнейший человек никогда лишней сотни не возьмет. Влюблена в нашего дворника. Он у нас доктор наук. Чем муж работает, не знаю. Он не любит говорить о работе, но устает, особенно после ночной. У него бывает руки дрожат. Ой, зарабатывает много очень. У нас дома всюду деньги, и даже класть некуда. Все суем, они все есть и есть. Кошмар какой-то. Мы вот скоро хотим купить корабль. Мы хотим отправиться на нем в кругосветное путешествие. Правда, на нас могут напасть пираты. Бог мой, как я мечтаю об этом. Хоть какие-то неприятности, их так мало в жизни. Да я не пойму, почему стоп, я не пойму. Что, почему стоп? Как сняли этот дубль? Мы сняли этот кусок? Еще бы, и, ребят, я не могу, все, нет сил. Я не могу, мы с утра одно и то же снимаем, меня просто. Я не капризничаю. Господи, дали бы хоть недельку пожить такой жизнью. Как бы я вам все сыграла. Что мы завтра снимаем? Пляж? Серфинг? Встреча с мужем? Погоня вплоть до ареста? С ареста нельзя начать. Любимая сцена в этом фильме. И еще мне нравится, как ее, конфискация. Только завтра в 10 я не могу, я в очереди стою. За супом. В пакетах. Девчонки из магазина называют суп письмо из Югославии. В общем, очень удобно, особенно когда дома все конфисковано. Че, начали? Сейчас. Сейчас, одну минуточку. Сил моих нет. Господи, где взять силы? Глаза болят, хоть бы свет погасили. Господи, боже мой, сейчас. Я готова. Начали? Не пойдем сегодня на пляж. Будем смотреть кино, делать коктейли со льдом, купаться в бассейне. Бог мой, как надоели мне эти пляжи, эти пальмы, это море, это солнце. Эти кастрюли, Господи ты, Боже мой! Ванная полная белья, с ума сойти! Дадут горячую воду, не дадут! Муж, зараза! Ревнует, как собака! Снимаешься, снимаешься! Ни жизни, ни денег уже ты не берешь. Ой. Ой, простите, ради бога, я чуть не то сказала. Извините, простите. Это из другой жизни. Я сейчас одну минуточку, я сейчас буду готова. Я прям...
что заметит на каком-нибудь буре бандиты, прям не знаю, что это такое. Ой, извините, ой, простите, сейчас, ой, сколько раз говорила только французскую тоже. Черт, знаете, братья, каких спекулянтов это, ой, прям не могу, посмотреть. Спасибо, простите, ради бога, нет. Все. Простите. Я готова.